друзья, ну, мы сделали это. Общими усилиями была переименована остановка. И теперь она называется Роща Березная. Роща Фигурная. Новые информационные таблички сегодня повесили. То есть мы не собирались никакого делать из этого большого мероприятия. Просто таблички должны быть. Спасибо большое всем соседям и ТОСУ на Ленинградской, лично Мишке, за то, что он нам помог быстро сделать эти таблички. То есть вот теперь вот здесь есть две остановки, два хорошо красивых остановочных павильона, новеньких, а на фризах которых написано «Роща Фигурная». Вот, а этот вот тут вот знак памятный на входе в рощу. Ну, теперь будем просить побольше и получше мусорные. Как же они называются? Мусорные ведра или что это такое? Мусороприемники сделать. Ну и нужно будет благоустроить эту территорию. Но об этом я напишу в тексте. Каким образом мы это собираемся сделать? А вот мой славный ТОС, это СЖ «Сосна» напротив находится.